Всем привет! С вами эксперт по цифровой технике Алена. Компания Unique под новым брендом начала выпускать линейку продуктов для безопасности вашей жизни. И сегодня мы рассмотрим один из этих продуктов – капсулу-санитайзер. Для чего она и как ей пользоваться, разберемся в сегодняшнем обзоре. Санитайзер разработан не только с точки зрения функциональности, но и стиля. Санитайзер представляет собой специальное ультрафиолетовое дезинфицирующее устройство в виде бокса белого цвета в минималистичном дизайне, что позволит ему вписаться практически в любую обстановку дома или офиса. Бокс имеет всего одну кнопку и LED-индикатор, который отображает статус обработки. Бокс для обработки у LifePro гораздо глубже санитайзеров у других моделей. Глубина его составляет 60 мм, что позволит вам поместить в него часы даже боком. Данный гаджет поможет вам обезопасить себя не только от бактерий, но и от вирусов. В санитайзере используется средний диапазон ультрафиолета, что является наиболее безопасным для человека. Он убивает 99,9% бактерий, при этом не нанося вреда вашей коже или глазам. Это полноценная дезинфекция в кратчайшие сроки. Лампы же расположены в двух противоположных концах бокса, и их излучение достигает всех поверхностей, расположенных внутри предметов, обеспечивая дезинфекцию на 360 градусов. Как же им пользоваться? Достаточно легко. Для начала работы санитайзера необходимо подключить его к любому источнику питания. Например, к сети через сетевой адаптер. Он приобретается отдельно. Или к вашему ноутбуку или ПК при помощи входящего в комплект кабеля. Далее просто поместите смартфон, наушники, кольца, деньги или любые другие предметы, которыми вы часто пользуетесь и которые хотите обработать внутрь капсулы. Включите санитайзер. Через 8 минут извлеките предметы из бокса. Они уже будут обеззаражены. Кстати, санитайзер имеет датчик аварийного отключения. При открытии крышки дезинфекция будет приостановлена для предотвращения утечки ультрафиолетовых лучей. После закрытия крышки процесс дезинфекции будет возобновлен. Помимо всего прочего, компания-производитель подумала о расширении функционала для нашего с вами удобства и выпустила дополнительный вариант санитайзера с поддержкой функции беспроводной зарядки по стандарту QI мощностью 10 Вт, которая расположена на верхней крышке. Вы можете уже сразу после обработки поместить свой смартфон, часы или наушники с поддержкой технологии на бокс и устройство начнет заряжаться. По-моему, это очень круто, когда устройство многофункционально и имеет не одно единственное назначение. LifePro Air Capsule – это компактный и стильный помощник, позволяющий повысить вам качество жизни, защищая вас от вирусов и бактерий, при этом даря вам уверенность в вашей безопасности. Ну а купить данное устройство вы можете на нашем сайте knowhow.rf, где вы сможете сделать заказ данного товара. Ну и, конечно же, приходите в наши розничные магазины KnowHow, где вы сможете поговорить с экспертом, который расскажет вам, как пользоваться им, настроит его и оформит вам нашу бонусную карту KnowHow. Ну а на сегодня все. Всем хорошего дня и прекрасного настроения!